Вчера вот весна, что мы можем приказы У нас почему-то мало людей в классе. Очень. Они, наверное, все просто еще в раздевалке. У нас даже не первый звонок. Сейчас 7:57. И как бы... У меня лучше челка, чем у Наташи, да? Ты согласишься со мной? Где твоя челка вообще? О, вот, да. А, да-да-да. Ты ее не видишь, да? Она же вот тут. Мне холодно, и поэтому я каждый день ношу. Я лучше хочу спать. Прошло только два урока. Я на литературе засыпала. Это очень классно, да. Когда что-то брови поднимаются, тебе еще волосы шевелятся. Я не понимаю. Кстати, я ведь писала в каком-то видео, что я переехала, да. Это уже моя новая школа. Весело, да? Очень. Это вот новый человек, да? Новый человек? На этой планете я только родился. Я только родился и сразу 14 лет. Когда 29 октября, да? Началось 6 уроков, и у нас отменили немецкий. 7-й. Да, у нас есть немецкий. У меня не было в той школе немецкого. И я, в общем, по понедельникам хожу в 8-й класс, ну, в 7-й класс на немецкий, а по четвергам в 7-й. Это час урока за нами? Да. Нет, да, на урок. А, на урок. Да. Мы дрюку будем мы просто, ждем, пока в раздевалке утихнет. Да, утихнет буря, да. Потому что там обычно прям очень много людей, и у нас как бы там очень места мало. Боже, я хочу гулять. Нам сегодня. Кстати, у нас завтра будет за место физики русский, и поэтому. Литература, мечтай. Русский. Русский. Она сказала литературу. Она сказала русский. А кто сказала русский? Литература. Да, в смысле? По русскому нам ничего не задали, а по литературе там огромное произведение. Так точно, не литература, прям точно. Она уходила, что-то сказала про литературу. Да, русский будет. А ты с журналом так и будешь ходить? А, вот. Мне нужно делать из домашней работы только общество прочитать, потому что алгебру и общество в тетради я сделала на выходных. Ибо просто в воскресенье у меня было много времени. Что случается как бы крайне редко. Итак, хочу вам рассказать о том, что я переехала 21 октября. То есть, вот. И вот эту всю вторую четверть я уже учусь в новой школе, в другой, совершенно в другом городе. Я не буду говорить, какой город. Просто, чтобы понимали, что у меня зачем идет и почему как бы люди все время со мной разные. Не, ну вы просто посмотрите, как тут классно. Просто мне нравится то, что тут все так в снегу. Посмотрите, как красиво. Итак, я переоделась, и, наверное, я сейчас прочитаю общество, а потом буду обедать, потому сейчас 3:10, и я вообще уже, получается, полностью свободна. У меня на самом деле такое никогда не бывает. Так как мне нравится кей-поп, то в свободное время я примерно 2 часа учу танцы какие-то разных групп. Я как бы танцую на самом деле не очень хорошо, но мне просто, даже несмотря на то, что это так себе, мне все равно это нравится. Сейчас 6:20, и я все-таки решила сделать геометрию на среду, чтобы завтра мне было поменьше делать. Итак, мне надо прочитать вот этот пункт и сделать вот тут задание.